подчеркивание. Спасибо. Спасибо большое за донат. Ну да, я не разбираюсь, как это делать, требует везде, так что мне занимать место будет очень странно. И тем более я относительно толерантно отношусь к некоторым видам хлеба. То есть иногда бывает такой, как бы тверденький хлеб. Иногда бывает прям жидкий хлеб, не жидкие кости. Честно говоря, почти ничего не происходит, поэтому здесь... Вроде бы руку он держит максимально по-фредовски. Похоже, по-моему, но как должно быть, да? То есть не вот так, как я, допустим. Здесь мало особо несложная музыка. По-моему, гвоздит больше. Ну, это скорее гвозди, да. Мне кажется, это ближе к гвоздям. Ну, насколько я понимаю. Либо это больше гвозди, либо я вот... Вот это уже я лично от гвоздей там не отличаю. Это прилично, хотя бы. Все слайды вроде нормально, без скрежета, без хуйни сделаны, да? А вот здесь чуть-чуть было, да? На мой взгляд. Просто все вокруг этого рифа пляшет. Типа, что-то такое. Мне кажется, это все-таки, мне кажется, ближе к гвоздям. Это, мне кажется, ближе к гвоздям. Вот так вот.